Добрый вечер. Сейчас мы пришли сюда. Прошлое воскресенье, когда я сидел, на этот раз им не разрешают ставить сцену. Я связался с киевской мэрией, они говорят, что никаких запретов нет. Но почему-то кто-то повесил два экрана, которые авторство этих экранов никто не берет. Проводим акции. Тут заставили эти декорации, потому что власть очень боится мирного изъявления граждан Украины. Сейчас они пришли, вот видите, тут с полицейскими там собаками, там кто-то хотят не позволять ставить там, потому что люди не идут на протест против вот этого патрульной полиции. Раз я уже вышел, вместе с нашими депутатами, с нашими активистами, скажем им, что это право. Все равно завтра киевская мэрия и так перекрывает эту улицу. Вы знаете, что не мы перекрываем. Кричать, киевская мэрия перекрывает. Только что я говорил с таксистами, которые нас поддерживают. Они говорят, киевская мэрия перекрывает. Мы ничего не хотим никому мешать. Акция будет проведена. Все увидят весь мир, что нас много. И мы разойдемся и эту сцену снимем. Мэрия и так дорогу перекрывает. Зачем эти цирки устраивать? Что это? Это как Еленко и Янукович. Янукович устраивал, поставил елку, чтобы тут не было акции. Порошенко и власть ставят экраны. Потому что елку они сказали, что не будут ставить. Да. И поэтому давайте сейчас подходить в полицию, объяснять, что и так мы никому ничего не перекрываем, потому что мэрия в воскресенье, и так это все закрывает. С мэрией я связался. Они говорят, что у них проблем нет. Статья 39 Конституции Украины. Это традиция. Мы будем это делать согласно. Сейчас пойдем в полицию. На этот цирк. Вот что это? Что это за автоматчики? Зачем? От кого вы охраняетесь? Зачем это автомат? Зачем? Нет, зачем в центре Киева? Зачем автоматчики в центре Киева? Нет, за вас, за меня? А ну посмотри мне в глаза. И что за меня? Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Он что, только что сказал, что от меня охраняет. Посмотри мне в глаза. Что значит? Нет. Нет, от него. Если хотите оружие использовать, используйте против врага Украины. Он только что... А почему вы с оружием? Почему вы с оружием? Почему вы так с оружием? Иди, будь ласка. Отойдите. Убирайтесь с оружием. Мы вам бабки платим. Мирная верификация, мирные граждане. Что это за цирк? Что это за цирк? Кто вас сюда поставил? Что это за цирк? За мои гроши. Что это за цирк? Вы будете нам угрожать? Что это за цирк? У нас наши руки. У нас ничего нет. Кого вы бываете? Давайте отсюда. Вон. Уроды. Патрульная полиция. Смешно. А где патрульная полиция? Вот. Во, убирай. Все. Они убежали эти. Просто это... Привет Амброскину. Привет. Наволочь Амброскин. Вот твоих как погнали, твоих вооруженных должного полицейских. Я вас не боюсь. Мы тут... Я всю жизнь передвигался по Крещатике, не хватало... Все. Видите, как мы погнали? И их погоним совсем... заявку про проведення завтра мітингу маршу за імпічмент. І в цій заявці передбачено те, що 22-ї години ми маємо можливість і право встановити сцену для того, щоб провести мітинг. Ми нас дуже просимо, і тут написано, що і за законом ви маєте забезпечити громадський порядок разом. Ну, ви в патрульні рух громадського транспорту. Рух громадського транспорту. Щоб цю ділянку дороги, яка нам потрібна для того, щоб поставити конструкцію, можна було вам поставити. Не треба цю вулицю, щоб ви полоси були залишатися вітром, щоб могли нам почати цю роботу, підготовку, тому що до ранку є інженерні конструкції, там люди, безпека і все інше має бути зроблено. Ми вас просимо, будь ласка, це зробити. Нам потрібно відрізок від цього перехрестя до... Ходити це з командиром роти?
якщо треба людьми, там, з людьми або щось. Да. Але нам потрібен представник патрульної поліції, так, щоб ми бділи закону згідно нашої заявки, згідно чинного законодавства. Ми готові це зробити в рамках закону, так як ми це завжди і робили. І скажіть, будь ласка, як довго вам треба на час узгодження? Зараз. Громадський порядок абсолютно мирном місці, де завжди це так проходило. Що вони там такого сіли, там, що вони так бояться? Автомат, и он ничего не говорит, я от тебя сюда защищаю. Просто, просто, бессовестно. И автоматом еще, поди, от врага защищайся. На восток. Це безглуздя. Просто. Что они роблять зараз? Напуганная, напуганная, напуганная власть просто, да без, без памяти. Правильно делаешь. 5 автобусов над гвардией. Это просто Горбачёв таких вещей не делал. Эти бандиты, которые засели во власть, решили, что им всё позволят. Что Амброскину дадут там на лапу, а Амброскин будет любой, как собачка, по приказу выполнять. Нарушение всех законов. Конституция Украины, 39-я статья Украины, Нарушение всех внутренних нарядов. Какая вооруженная сила должна ходить по Крещатику и людей разгонять? Где это написано? Для чего тогда патрульную полицию делали? Для чего это была реформа? При чем тут вооруженные до зубов автоматами полицейские? Сейчас мы будем так делать. Мы сейчас по всем правилам, так и как и так в любом случае перекрывала завтра КМДА. Я связался, кстати, с руководством КМДА. Они говорят, что вообще никаких проблем у них нету. Они говорят, что никто не имеет права ни разрешать, ни запрещать. Это Киевская местная администрация. С самым руководством я говорил. Они в воскресенье и так перекрывают Крещатик. И так тут будет закрыто. Это каждое воскресенье, так, начиная там, я не знаю, с какого года, со времен Кучмы, по-моему. В этой ситуации. Единственное, что они сделали, сначала застраивали все эти конструкции, чтобы вообще не, Майдан никто не занимал. На что они стоят? Что это? Это есть европейские флаги добавили, раньше стояли защитники Отечества. Причем тут европейские флаги? Их какое тут европейское мероприятие было проведено за последний месяц, скажите. Просто они за кого нас стремают? Поставили европейские флаги, никаких мероприятий. А сейчас, испугавшись, что мы проводим завтра акцию, поставили срочно экраны и вывели вооруженных до зубов полицейских Амброскина. Это не полицейский, это Беркутов. Беркутов, Беркутов. Вывели, чтобы они нас напугали, и мы не поставили тут сцену. Я реально уже, у меня жена и дом, сын дома, я уже засыпал, когда мне сказали, что переключался Беркут вооруженный. И на наших людей не пропускают. А как страшно. Михаил Николаевич, скажите, а как в европейской стране должна происходить вот ситуация, когда люди хотят изъявить свое волеизъявление? Каким образом должна власть помочь или показать, насколько власть открыта для своего... Нет, эта власть показывает только одно. Она напугана до полусмерти. Она может угрожать только репрессиями, разводками, брехней заниматься 24 часа, обливать грязью, выдумывать разные истории. Вы ставите эти все. Чем отличаются эти от Януковича? Скажите, пожалуйста, то же самое же делал Янукович. Просто Янукович стал Ялинку, а эти ставят европейские флаги. Что от этого мы Европой стали? Где в Европе вы видели, чтобы автоматчики разгоняли организаторов акции? Я понимаю, против террористов использовать. Я их по Майдану помню. Да, это... И еще, он мне еще смотрит в глаза, говорит, от кого защищаю? Говорит, от тебя защищаю. Я, чуть, я просто реально... Что вот такое будет отношение власти к тому, что будут запрещать людям свободно высказать свое отношение к власти, свободно высказать свое отношение к действующему режиму. Разве
пропагандируется в Европе. Сейчас я вот подожди, собака, это собак. Наш. Это наш? Ага, наша. Как ее зовут? Альфа. Она намного разумнее, по-моему, чем некоторые. Сегодня мы раздавали листовки университета. Какой вуз? Ну. Надо, они боятся вот это, гласность. Почему они меня запрели в тюрьму? Потому что мне несколько дней ничего не говорил. Почему они меня хотят затаскать по судам, по прокуратурам, чтобы я занимался самозащитой вместо того, чтобы проникнуть? Почему это делать? Но их не надо бояться. Это они, это люди, которые не могут ничего хорошего сделать для своего народа, они занимаются травлей оппозиции. Если ты занят делами для народа, тебе не до оппозиции. Мне совершенно не нравится разгонять тут перкутню еще на четвертый год после Майдана. Но у нас нет оружия. 4-3 месяца, по-моему, все убедились, что нет оружия, не было ни одного у нас института. Мы просто отстаиваем свои права. Мы никогда не перекрываем. Показать им, что мы есть, показать им, что мы спокойны, показать, но это будет наступательная операция. Они все время ждут, чтобы они на нас наступали вот так, автоматами вот так. Сейчас мы должны научиться на них наступать. И это тоже, завтрашний Майдан должен быть начало нашего большого наступления мирного на барыг, на беспредельщиков, на воров, которые засели в разных структурах власти. Вот и вся история. З керівником підрозділу. Добре, я буду чекати на стендбай і позовіть, покличте мені, що ви все. Покличте. Мене мені втекли. Я вийшов! А ви багато випили сьогодні? Ні, я вкололись. Ты посмотри на меня внимательно. Тогда ты посмотри на меня. Там шановник. Руки убери. Не надо хватать. Ты шановник. Я тебе не шановник. Я тебе не шановник. Я вам еще раз Что значит? Он мне сказал, что я укололся. Хочешь пройти, проверишься ты на алкоголь, я на уколоне. Иди сюда, Таня, подойди. Вот это свинья мне сказала, что я укололся. Это свинья. Пойдем сейчас. Ты проверишься на алкоголь? Ты проверишься на алкоголь? А я на... Я не кричу. Ты только что сказал, что я укололся. Ну так о чем вы меня оскорбляете? Ты только что сказал, что я укололся. Ты только что сказал, что я принял наркотик. Я тебе предоговорю. Пойдем, проверься на алкоголь. Проверься начальник полиции при исполнении. И план до стельки. Ты пьян, да. Это вы нарколог? Нет. Я запах чую. Вы нарколог? Я свой запах. Порошенко охраняет только пьяный сейчас. Да, я вас сейчас... Да. Сейчас ты пьяный. Ты пьяный. И ты мне только что сказал, что я укололся наркотиком. Я тебе говорю, пойдем. Я проверюсь наркотиками. Пойдем. Да. Я сейчас пойду. Пойдем. Проверим меня на наркотики, а ты проверишь на алкоголь. Куда? Ты при исполнении, ты пьяный. Ты пьяный. Чего привет? Ты пьяный. Но это вы так решили. От вас несет алкоголь. Но это вы так решили. От вас несет алкоголь. Это вы так решили. Нет, я так... Вы чуете алкоголь? Вы пришли на суда. Он пьяный. Это пьяная свинья пришла мешать нам осуществлять. Кто? Вы пришли пьяный на суда? Да подождите. Ах, какой кошмар. Ну что вы? Он пьяный. Я вам пьяный начальник краеведел. Ночью приехал пьяный. Он все. Стельку пьяный приехал. Ты пьяный. Да чушь, что ж ты пьяный? Такая? Если офицер, то нет, ты вы пьяный. А, чушь, вы пьяны. Это вы так решили? Нет, вы нарколог? Давайте пойдем. Куда пойдем? Нарколог. Да что буду? И проверим ваш алкоголь. Так вы начали. Если вы не врете, пойдем. Если у меня он инспекция по лечению. Если проведем, я вам еще раз скажу. Чего я с вами куда-то должен идти? Чего я с вами должен идти? Этот человек всякого пьяный, от него несет алкоголем, и он мне только что обвинил, что я наркоман. Пойдем, я проверюсь на наркотики, а его проверим на алкоголь. Я не сказал, руки уберите. Я вас проверю на алкоголь. Этот человек исполняет преступные
приказ по моему захвату. Я не исполнял преступный приказ. Да, я вас видел там, я вас видел. Я вас тоже видел. Я вас, о, вы его исполняли. Ну так, вас все видели. Так вот, вас используют для своих преступных целей. А вы еще придете на службу, пришли с пьяным. Нет. Все слышали, ребята слышат, чтобы от вас не счет алкоголь. Нет. Господа полицейские, дайте трубочку. Давайте трубку сюда, проверьте его на алкоголь. Проверьте этого главу ОВД на алкоголь. Я достаю, депутат, Юра. Юра. Я наполегаю, чтобы переверил его на алкоголь. Этот человек пьяный и в пьяном виде мешает исполнению, мешает осуществлению гражданских прав людей. Какого? Юра. Депутат, сюда. Гуляйте, встаньте, керуйте. Он все услышал. Я сюда чую запах алкоголя. Я сюда чую запах. По-моему, даже сейчас какой-то. Вы пришли разгонивать митингующих по пьяному стане. Юра, этот пьяный субъект, он под сильным алкогольным опьянением, глава РОВД, пришел сюда, извините, если я не так его назвал, он пьяный стельку. Да, он стенку пьяный. Я требую, чтобы как депутат, соберите его и проверьте на алкоголь. Если и он только что сказал, что я принял наркотики. Я готов пойти проверить на наркотики. Я требую, чтобы его проверили на алкоголь. Есть полицейский трубка. Надо, чтобы полицейские дали трубку. И алькотестер пусть проверит сейчас. Он стельку пьяный пришел мешать нам осуществлять свои гражданские права. Вот этот субъект, этот старый мент, уродство, которое вместо реформированной полиции нам подсунул Порошенко, пришел сюда, нам мешать осуществлять конституционные права, стельку пьяный. Мне не хочется с вами говорить, мне с вами будет говорить прокурор в нормальной стране. Вы пьяны. Вы пьяны. Нет, вы пьяны. Давайте трубку возьмем. Полицейский, есть трубка? А что вы стесняетесь? Посмотрите, от него несет, как это. Если я на глупость, буду отвечать. Давайте проверим. Давайте проверим. Если вы не пьяны, проверите. Если вы не пьяны, давайте проверим. Если меня проверим. Давайте зараз проверим. Вызовите инспекцию и пусть его проверят алкоголь. Давайте зараз проверим. Да не мне, а своим же. Стыдно, что вами руководит пьяный человек. Пьяный человек, стельку пьяный, глава ОВД центра Киева. Вам не стыдно? Стельку пьяный приплелся откуда-то. Пьяный при исполнении, абсолютно пьяный человек. Сейчас мешает в осуществлении наших гражданских прав. Вам не стыдно, ребята, хлопцы? Что, руки уберите, и еще меня обвиняют в наркомании. Этот тип пьян. Подождите. Ребята, подождите. Он платит гроши, а он берет взятки, он еще пьяный приходит. Это вы доказали? Он пьяный. Вы сейчас 102 выказываем. Выкликаем 102, пусть проверите его на алкоголь. Мы при исполнении, правильно. Выкликай 102 и пусть этого человека проверят на алкоголь. Давайте сейчас трубку. Я вам еще хлопцы, громадские затримания. Давайте трубку. Вы не маете ніяких прав. Я не порушую громадський порядок. От него не воняет алкоголем. Я вам ще раз кажу. Вы при выполнении. Вот это лицо этой власти. Пьяный полицейский. Стельку пьяный полицейский, который мешает нам осуществлять свою общественную порядок. Ви при виконанні. Визовіть, будь ласка, поліцію. Пусть проверять этого. Называй. І хлопці, ще раз запомніть. Вами руководит п'яний суб'єкт. Проверяється на наличие алкоголя. Зараз перевіримо ще раз. Лицо, який? Что? Да, звони на 102. Вызвали? Громадський порядок. Або виконувати службовий обов'язок. Або виконувати службовий обов'язок. Поліцейський, можна не тверезим? Що случиться? Ви зобов'язані вдаватися. Я можу відмовитися. Ви при виконанні, скажіть, глава Шевченківської РОВД Центрального району Києва, стільки п'яний прийшов і качають нам права.
Приступа Герман Леонидович. А? Приступа Герман Леонидович. Приступа, фамилия такая же, Приступа. Приступа Герман Леонидович, да. Прізвище так. Герман Леонидович Приступа. Не конфету, а цукерку по-українськи. Будь ласка, по-українськи для мене. Нет, ваши конфеты отдайте Порошенко. Не конфеты, а вы при исполнении пьяны, не надо мне улыбиться. Не надо мне улыбиться. Да не надо мне улыбиться. Руки убери. Руки убери. Руки убери. Спокойно, спокойно. Вы пьяны. Вы пьяны. Вы пьяны. Тихо. Пьяная сволочь. Полиция, куда? Бабки, шо хочешь? Вот я левый. С телефона, шо хочешь? Дама. Тихо. Пиши спокойно. Сельку пьяный пришел и наводит тут. Какой ты громадян? Не надо желтого. Вы штукайтесь. Не штукайтесь. Вы разрушаете журналистские деятельности. Не штукайтесь. Не поддавайтесь на провокацию. Пришли пьяные начальники. Пришли пьяные начальники. Хлопцы, вы же патриоты. Вот эти хабарники, эти алкоголики зараз керуют наши злочинные наказы. Вот. Ганьба вам, шановні. Це соромно. Я вважаю, ви не повинні так робити. Ви повинні забезпечити порядок. Забезпечити нормальне встановлення. Ми забезпечуємо порядок. Яким чином? Якщо ви зараз... Реальний порядок, так? Сцену можемо ставити? Сцену можете ставити на тротуарі. Ні. Ні, тротуар. Давайте объясните, как надо. Гомонися, тут нормально. Я пьяным никогда вообще не был в твоем сведении. Я не хочу ни вас. Мне 54 года, если с тобой позаниматься пойти спортом, давай пойдем позаниматься. Со всеми с вами. Ну есть же пресс-карт. Полиция, пропустите журналиста. Снимайте, не пропускают. Полиция превратилась в преступников. И реально они выполняют преступные наказы. Они являются нарушать закон. И эти люди, в отличие от прошлого Майдана, когда никто из них не отвечал, я вам обещаю. После того, как сменится значительная власть, 100% будут сидеть. Я обещаю народу Украины, что этот типаж, который ловил меня по преступному наказу ФСБ, будет сидеть, который явился на службу пьяным. Я обещаю народу Украины, что эти сволочи, которые притесняют народ, будут сидеть. Здорово, слава! Не хотите пойти и проверить меня на наркотики, а себя на алкоголь? Це дуже негарно. Я не казав, що ви употребляли. Ви сказали. Сказали. Про укол. Ми знімали. Все знято руками. Употребляти наркотики, я сказав. Уколоти, ти сказав. Это колоты апельсины Януковича. Они все остались при Януковиче. Это все совок. Это все, против чего я сражался всю жизнь. Вот твои мерзкие, ваши мерзкие выражения глаз. А ваши это мои глаза, не забывай. Запомните мои глаза, преступник. Запомните мои глаза, преступник. Запомните мои глаза, преступник. Запомните мои глаза. Запомни мои глаза. Да мне не нужны ваши глаза. Это электорату своему рассказывайте, какие у вас глаза. А мне они не потребны. Вот это образец Порошенко, его лицо. Вот посмотрите его глаза. Это лицо АУПГ и Порошенко, который управляет Украиной. Вот это и есть посипака и педлобузник. Да, да, да. Злочинные влады. Запомните, люди. Слава Богу, что есть Facebook. Да никто вам не мешает. Не мешайте, все, давайте работать. Работать на тротуаре. Значит, можно нам? На тротуаре. Это пьяная людина?
тротуарі. Не твереза людина таке каже? На тротуарі. Не твереза людина каже таке? Маш, ми на рок. Ви служите мені. Это... А оказывается, его брат начальник полиции в Гаматурске. Шановный, у меня немає ни братьев, ни сестер. Чем я вас и поздравляю. Но вы сегодня пьяны. Нет. Вы пьяны. Если не пьяны, пойдем проверим. Доведись. От вас несет алкоголем. И вы мешаете людям осуществляться. Есть инспекция по личному составу. Если она посчитает, это сделает. А что вы прикрываетесь? Я еще раз вам скажу. Полковник, осталось еще два месяца, когда счета придут за газ. Сюда позже. Уехали, сделайте это и все. Власть Барик прислала к нам пьяного полковника, который берет, который шмарит, который берет взятки бизнесов в Шевченковском районе Киева, который крышует бизнеса, и типичный представитель коррумпированной вихрушки полиции Амбросхина. Это вы так решили? Это все знают. Вы ж юрист. Или кто вы? Вы мне сказали, что я наркоман. Я пойду проверить меня на наркотики, а вас поверят на алкоголь. Я не сказал, что вы наркоман. У нас есть наркотики. Вы сказали, что да, ребята, вы не о том сейчас говорите. Вышли проти народу. Яненький, вышли проти народу. Це ви не то сейчас. Скажіть, будь ласка, які у вас зараз претензії взагалі до людей, зараз які законно тут знаходяться? У мене немає ніяких претензій. Так. Вам ми пропонуємо село ставити на тротуарі. А ви тут до чого це своїми пропонуваннями? Ви до чого тут з пропозицією? А це не ваше діло, справа загалом. Можете, будь ласка, я своє посвідчення вам показую, адвокат Богомаза. Можете, будь ласка, своє посвідчення показати? Будь ласка. Так. 17 пункт 3 закону поліції. Призовіть посвідчення. Будь ласка. Так, приступа Герман Леонідович, начальник управління поліції. Так, Герман Леонідович, які, скажіть, будь ласка, у нас, на вашу думку, що ми робимо не так? Тому що ми подали офіційно заяви, ми маємо право монтувати тут, нам жодним судом не задоволено. На тротуарі монтуйте, будь ласка, ми охороняємо вас. Охороняємо громадський порядок, ніяких... Ви не маєте, як поліцейські, не маєте права вказувати, де нам... Місце положення. В заяві, у нас вказано місце. Саме це місто. Судом нам не заборонено. П'яний поліцейський прискакав мішати гражданам, осуществляти гражданам, і він відказується від... Я ще раз говорю, таких поліцейських, коли я був президент, пачками сажали, и когда через... За то, что пьяные сажали? Да, за то, что... Это вы демократом себя считаете? Да, за вас. Это вы демократом если вы на службу приходите пьяным, вас надо сажать. Шановные. Да, вас сажали. Вы пьяны, вы пьяны. Вы же демократ. От него пахнет или нет, скажите? Пахнет. А в чем вопрос? Пусть пойдет и проверит. У вас есть алкотестер? Проверяйте. Украины, трагером продуктов. Ой, капец. Что у меня с проблемой? А чего они бежат туда, проверяют, что стало? Что там отбывает? Полицейский убегает, отказывается от убегает. Я Михаил Саакашвили потребовал, чтобы он прошел освидетельство и доказал, что он не пьян. Но он убежал, как трусливый. В машине каждого полицейского. Как трусливый заяц. Куда они убежали? Якобы на фото. Кто-то петарду бросил. Да. Дешевое ментовское кино. Это история, вот они сейчас разыграли там какой-то взрыв, чтобы убежать от алкогольного теста. Стельку пьяный. Я не могу назвать его нормальным человеком. Извините, если я его назвал ненормативной лексикой. Глава полиции Шевченковского района пришел стельку пьяный. От него несет алкоголем на километр. И начал тут качать права. Вот куда мы попали. Мы попали в страну, где все наоборот происходит. Нацгвардия втекла. Давайте выгружать аппаратуру, они убежали. Так,
Давайте выгружать аппаратуру. Слава Украине! Героям слава! Как мы видим, дорогие друзья, полиция зафиксировала взрыв. И сама же... Где аппаратура? Там уже выгрузились. А? Там уже выгрузились. А? Куда они убежали? Там какая-то трасса. Пошли выполнять свои прямые обязательства. Не, втекли, вони втекли. Втекли вони. Ну, конечно, втекли. Втекли. Бо він зрозумів, що він п'яний, що зараз... Мы вызвали полицию, они поняли, что сейчас полиция приедет, патруль, а это старые менты, стельку пьяный приехал, он решил, что его сейчас разоблачат, что он пьяный, и он сбежал куда-то. Вот и вся история. Вот, вот, хочу сказать, Порошенко, вот кто вас охраняет, вот кто вас охраняет. Или полностью коррумпированные, полностью деградированные, или просто полностью алкоголики. И просто асоциальные элементы. А вы не умеете разговаривать с украинским народом. И это у вас нормальная ситуация, вы думаете? Нет, не нормально. Зовсім не нормально. Это поддержка. Все мои. Ты ну хорошие, не милые. Броварские, не милые. Броварские. Ваня. Люди уже начали приходить, кто с ресторана, кто с кафе. Это поздняя ночь, но очень здорово, что реально у меня нет хороших слов для этих. Ну, реально сволочи. Потому что, ну, что это? С 22-ї години ми мали право постановити сцену абсолютно законно. Ми мали заявку, був навіть народний депутат, але їм наплювати на закон, коли йдеться про їхню владу. На жаль. Ну, зараз вигрузка вже відбулася насправді. Тому захід завтра все одно відбудеться, як би не було. Немає альтернативи просто. Все одно захід відбудеться, сцена все одно буде, все буде нормально. Добре, це супер. Люди нехай приходять, чим побільше. Давайте зараз вигружаємо все і готуємося сьогодні та завтра. О 12 годині збираємося в парку Шевченка. Всі! Да. А ті хоч миші, блядь, зірвалися б з міста, я в шоці. Хлопці,